Для демонстрации опыта собирается цепь, состоящая из двух конденсаторов большой емкости. Конденсаторы соединены параллельно, поэтому их емкости суммируются. К зажимам конденсаторов через выключатель подключена лампочка, вольтметр и зарядное устройство. Замкнем цепь зарядного устройства. Напряжение невысокое. Постепенно конденсатор заряжается, и максимальное напряжение на его обкладках порядка 7 вольт. Отключаем зарядное устройство. Замыкаем цепь лампочки. Лампочка горит, конденсатор постепенно разряжается, поэтому яркость горения лампочки уменьшается. Лампочка горела некоторое время за счет энергии, которую накопили конденсаторы. Таким образом, зарядив конденсаторы, мы тем самым сообщаем им энергию. Эту энергию мы используем практически.